Спасибо вам большое. Вы попали на передачу «Мир женщины». Я Босе Адилажа, ведущим. Мы говорили о том, что очень важно, чтобы семья была построена на ценностях. И когда мы выбираем спутника жизни, когда мы выбираем друзей, чтобы мы их выбирали по ценностям, а не просто по каким-то внешним показаниям. Почему? Потому что то, с кем мы будем проводить свою жизнь, определяет дальше то, что будет в нашей жизни. И смотрите, кто-то говорит, что в жизни человека бывает три события. Это его день рождения, это день свадьбы и день смерти. И говорит, что на день рождения мало влияния. Мы были, можно сказать, без сознания, но понятно, что сознание было чуть-чуть. Но на самом деле мы мало повлияли на день рождения, на вот этот процесс. И смерть уже наступает по-разному. И не всем дано знать, когда он будет умирать. По-моему, мало кто знает об этом. И остается то, что мы делаем между рождением и смертью. И одно из грандиозных событий – это выбор спутника жизни. Бог дает нам шанс вообще, возможно, выбрать. Это огромная возможность. За это надо всегда благодарить Бога. Поэтому выбор спутника жизни никогда не надо относиться легкомысленно. Спасибо, что вы были с нами. Мы скоро увидимся. Всего вам хорошего.